Приветствую вас. Не совсем понятно, к кому вы обращаетесь. То есть у вас вопроса как такового нет в тексте. Ну, вы описываете историю, описываете ситуацию, вот, что, значит, был разрыв с мужем, да, развод был. Вот, значит, понятно, что ничего хорошего в этом нет и быть не может, это безусловно, это понятно, вот, но тем не менее, как бы, к чему вы это написали? Ну, я имею в виду, вот, собственно говоря, про вот эту вот историю, что у вас там ребёнок, значит, упал, что мама, что папа, вот, что вы считаете, что на вас порча какая-то лежит. Если так, то тут вам надо к психологу обращаться. Вот. Потому что эзотерики занимаются такими вещами. Вот. Эзотерики гадают, эзотерики смотрят, эзотерики, соответственно, ну, разбираются с этими вещами. Вот. Если вы действительно заинтересованы в решении своей проблемы, если вы обращаетесь к психологам, то здесь, я думаю, ответить вам можно следующим образом, что после расставания со своим мужем, да, вы сделали для себя, ну, далеко не самые утешительные выводы. Вот. То есть вы, вероятно, стали думать о себе сильно хуже, вот, и, соответственно, отсюда все началось. То есть вы, ну, грубо говоря, передали ребенку свой вот такой посыл, ну, не самый лучший, да, посыл. Значит, передали ребенку его маме и папе. Это с точки зрения психологии такая история. Сценарий негативный сценарий возник у вас, вот, ну, в результате вот этой истории. Это, например, не пережитый развод до конца, например, негативное восприятие этого, того, что ваш муж ушел.
Потребность, например, вернуть человека. Ну, то есть, желание его вернуть. Желание, чтобы он вернулся. Вот. Вы не смогли его, не можете его отпустить до сих пор. Не можете его отпустить. Вот. И отсюда все проблемы. То есть проблема возникает из-за того, что вы не наслаждаетесь тем, что есть в вашей жизни сейчас. Не берете от нее все, не используете свои возможности напрямую. Вот. Не раскрываете свои способности, которые у вас есть. Вот. И вследствие этого значит, возникают вот такие происшествия, такие негативные моменты, вот, у вас, ну, в вашей жизни, вот. И, собственно, из этого вот ничего не получается. То есть это такой некий негативный заряд, вот, который вы сами, значит, образовали у себя. Ну вот, собственно, из-за травмы, которая появилась в результате развода. Значит, никакой мистики в этом нет. Абсолютно. Вот. Абсолютно никакой мистики в этом нет. Это нормальное явление, когда у человека после, ну, развода, да, после разрыва наступает такой спад в жизни, то есть кризис. Вот. Связано это во многом с тем, что привычная модель поведения, которая была, допустим, ну, актуально, вот, все это время, да, пока вы были, например, в браке, а вот эта модель, она больше не работает, а, соответственно, новую модель вы не используете. Ну, по ряду причин. То есть, либо возможности нет, либо желания нет, либо, значит, не знаете как. Вот. То есть вариантов здесь на самом деле очень много. Дело даже не в вариантах. А дело в том, скорее, как вы это видите, как вы видите то, что вот с вами происходит, да? И заметьте, вы не задаете вопрос, то есть вы, вероятно, не готовы даже менять что-либо в
своей жизни сейчас. Вот. Ну, в психологии это называется жертвенной позицией. Вот. Когда человек не несет ответственности за себя, вот, за то, что он делает, вот. Это, конечно же, можно подкорректировать, да, то есть это, конечно, ответственность, вспомнить о том, чего вы хотите, например, вот. Вспомнить о том, кто вы, вспомнить, что вы из себя представляете, вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, действовать по-другому. Не так, как вы действуете, например, сейчас, допустим. Понимаете, да? О чем идет речь? О чем я говорю? Вот. Значит, видите, вот вы пишете, да, что, значит, что вот после этого, да, после там, определенной ситуации начались проблемы. То есть у вас это происходит так. Так происходит. Что все проблемы пошли после того, как там, я, да, развелась с мужем, например. На самом деле, правильная постановка вопроса — это так. Я начала действовать деструктивно после того, как развелась вот это куда более ответственная позиция, и тут уже личная ответственность прослеживается невооруженным взглядом. Вот. И с этим уже можно что-то сделать. Знаете, что самое-то главное? Вот. Никакой мистики нет. Никакой мистики нет. Когда вы берете ответственность на себя за то, что делаете, знаете, никакой мистики нет. Так что, если хотите поработать с точки зрения психологии, да, если хотите поработать с точки зрения психологии, то я рекомендовал бы вам выбрать эксперта, вот, и начать работать с ним по данному вопросу, то есть по вопросу вот, выстраивания вашего поведения. Значит, предупреждая ваш вопрос о том, как к этому относятся родители, да, то есть, ну, какое отношение к этому имеют родители, вот. А я скажу так, что чувствительность, значит, эмпатия, возможно, внутреннее желание сопереживать вам,
у ваших родителей достаточно сильно, что они вот тоже так вот страдают, да? Ну, то есть подсознательно берут на себя ответственность за то, что происходит с их дочерью, вот, и так далее. Опять же, здесь никакой магии нет, по сути. Вот. На этом все. Я надеюсь, ты помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.